В Украине необычную монету номиналом 25 копеек продают за 36 350 гривен. Она имеет уникальную особенность, у монеты два реверса. Лот выставлен на продажу на онлайн-аукционе. Монета изготовлена из латуни в 1992 году. Кроме того, что она зеркальная, при ее изготовлении использовались редкие штампы Га. Сейчас монета находится в Одессе. За лотом следит 70 человек. В комментариях пишут, что реальная цена монеты минимум 40 тысяч гривен.